По имеющимся данным, молодой человек предложил пожилой москвичке услуги по ремонту техники. Женщина как раз планировала починить свой телевизор и согласилась. Злоумышленник оценил свою работу в 90 тысяч рублей. После получения денег он заявил, что может отремонтировать также системный блок компьютера, смартфон, планшет и забрал их с собой. Спустя некоторое время потерпевшая засомневалась в честности мастера и обратилась за помощью к моим коллегам. Материальный ущерб составил 260 тысяч рублей. Дома у подозреваемого найдена похищенная техника, а планшет обнаружен в ломбарде. Как выяснилось, задержанный работал по заявкам от анонимных кураторов в мессенджере. Часть полученных от жертв денег он переводил работодателям.